Солнце нагревает нашу атмосферу неравномерно. Высокая температура вокруг экватора способствует поднятию больших столбов теплого воздуха. Холодный воздух приходит ему на смену, начиная глобальный цикл ветров. На протяжении веков сила ветра использовалась человеком в качестве ресурса. Улавливалась парусами, чтобы приводить корабли в движение. Использовалась в традиционных ветряных мельницах для перекачки воды и помола зерна. Сегодня современные технологии используют ветры в крупных масштабах для производства электроэнергии. Ветровые турбины превращают энергию ветра в электричество, создавая потенциально бесконечный запас, при этом не производя отходов. Кинетическая энергия или энергия движения, содержащаяся в ветре, вращает лопасти турбины. Лопасти присоединяются к редуктору, который превращает медленную скорость вращающихся лопастей в высокоскоростное вращательное движение. Это движение становится достаточно быстрым, чтобы запустить генератор электричества. Чем длиннее лопасти турбины, тем больше производится электроэнергии. Турбины могут вырабатывать электричество при скорости ветра всего лишь 8 км в час. Многие турбины расположены вместе, как ветряные электростанции. Турбины дороги в установке, но дешевы в эксплуатации. В настоящее время энергия ветра составляет лишь малый процент электроэнергии в мире. Так почему бы нам не использовать ее больше? Ветер может быть непредсказуемой силой. Он дует не все время, и некоторые районы подвергаются ветрам гораздо меньше, чем другие, поэтому они не подходят для установки ветряных станций. Ветровые турбины также считаются шумными и непривлекательными, разрушающими местные пейзажи и беспокоящими дикую природу. Прибрежные турбины решают некоторые из этих проблем, но их установка еще дороже. Маловероятно, что ветер когда-либо станет основным источником энергии. Но как чистый и возобновляемый ресурс, энергия ветра могла бы сыграть весьма важную роль, как часть нашего устойчивого энергетического будущего.